Хронический тонзиллит – самая частая патология, которая встречается в лор-практике. Одним из способов консервативного лечения данной патологии является санация нёбных миндалин от патологического содержимого. К сожалению, до сих пор для санации нёбных миндалин от патологического содержимого не существовало специального медицинского инструмента. Именно поэтому наша компания Healthy Tonsils разработала, запатентовала и зарегистрировала в качестве медицинского изделия одноразовую пластиковую канюлю HT1, которая идеально подходит для промывания лакунарных каналов нёбных миндалин с лечебной целью. Канюля HT1 удобна в использовании, выполнена из качественного медицинского полипропилена и, в отличие от металлических аналогов, не травмирует слизистую оболочку миндалин пациента. Канюля надежно фиксируется на инъекционных шприцах любого размера, а для лор-комбайнов производится вариант канюли, который за счет конструктивного решения надежно фиксируется на пистолете для промывания слуховых проходов, носовых ходов и ротоглотки. В отличие от металлических канюль с узким диаметром, канюля HT1 за счет оригинальной конструкции позволяет создать более сильную струю лекарственным препаратом, полностью вымывающего патологическое содержимое из лакун миндалин. Имея ограничитель в дистальной части рабочего конца, канюля HT1 позволяет вводить лекарственное средство во все лакунарные каналы как верхних, так и нижних полюсов миндалин, не травмируя их. Вместе с канюлей рекомендуется использовать уникальный одноразовый зонд-массажер, который не только позволяет осуществить таргетную доставку лекарственных веществ в труднодоступные места ротоглотки и носоглотки, но и улучшает трофику и кровоснабжение паренхимы миндалин. Канюля HT1 – одноразовая стерильная оперогенная, что полностью исключает возможность заражения пациента во время процедуры, в отличие от насадок многоразового применения. Ее применение атравматично, не вызывает рвотного рефлекса, не имеет противопоказаний и может применяться при лечении детей с 3 лет.